Сергей Гончаров, ваше мнение о Сталине, если можно. Ну, можно, Сергей, конечно. Мы с Сергеем вместе учим английский язык здесь, в Лос-Анджелесе. Мне очень нравятся его фотографии девушек красивых. Я их иногда размещаю. И говорю ему об этом, что завидую. Такая работа. Вот он мне скромно отвечает, говорит, ну, я всего-навсего фотограф, эти девушки ко мне не имеют отношения. Но работа интересная, приятная. У меня еще есть один, Саша Шер, Алекс Шер, тоже Mermaids, у него такая серия, эти, как они называются, девушки красивые под водой, он русалки под водой их фотографирует, иногда обнаженными, иногда разными, иногда беременными, красиво. Иногда с хвостами, иногда без хвостов. Лучшая его фотография, но он считает, это вот ножки, которые спускаются как бы сами по себе в бассейн. Вот, значит, Сталин. Ну, это диктатура, жесткая диктатура. Я лекцию об этом читал в UCLA, в университете Южной Калифорнии, здесь, в Лос-Анджелесе. Заморозка такая, полная заморозка политической, социальной жизни, сопровождавшаяся там нищетой, огромный концлагерь. Концлагерь. Сталин – это огромный концлагерь, где убивают, мучают, где эти садисты, чекисты. Книжку я написал по этому поводу. Значит, сейчас ее смонтируют, она будет на русском языке, вот, на Лулу, и переводят ее. Вот, посмотрим. Так что, Сергей, подробности расскажу при встрече.